На мешке все написано. Все по ГОСТу. Только ярлычок, все сказано. Масса тысячи семян 44,2. Замечательно. Это однофракционная традиционная технология. Распускаем мы этот мешок, получаем 1, 2, 3, 4, 5 фракций. Начиная от 38 грамм массы тысячи семян и 50 грамм массы тысячи семян. Все в одном мешке. О какой выровненности потенциала семян мы говорим? О каком точном высеве мы говорим? Не годится сегодня это так. Семена – это не только хорошо очищенное зерно. Семена – это еще обязательно плотные семена. Те, которые первыми зацветали, первыми наливались и первыми вызревали. Вот что такое сильные семена. А мы берем у фермера, говорим, знаешь что, вот те, которые ниже среднего величины по массе тысячи семян, ты их не сей, а посей вот эти два, которые будут потяжелее, среднюю и крупную. А мы их еще на пневмовибростоле подтянем. И подтянули средние 49-51 грамм массы тысячи семян, а крупные 53-54. Сколько ты сеешь на гектар? 4 миллиона. Ну, милый мой, сей два, вот как хватит. И сей только вот эти 53%, которые мы из твоего мешка достали. Еще раз, неважно, какой семенной завод делает семена. Все делают по однофракционному признаку. Неправильно на сегодня это.